Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня мы планируем улучшить нашу, друзья, как говорится, оборону. Опять же, улучшить, друзья, куда бы еще улучшать. Но еще есть возможность, друзья. Я тут так посмотрел некоторые видосики, да, и довольно-таки заинтересовался одной идеей. Так что давай, друзья, и этой идеей сейчас поработаем. То бишь, как вы знаете, да, у нас иногда бывают проблемы с углами лестниц. Вот, например, вот этих, да, вот здесь. Да, у нас бывает, значит, застревает, не дамажит их, да, и как-то надо чинить. Дабы избежать этого, мы можем сделать следующее. Так, конечно, мы знаем, что некоторые зомбари, которые идут отсюда, они будут падать, и их тут покрышат, пока не дойдут до этого конца. Но некоторые зомбари, которые, например, чтобы у нас было больше экшона тоже, опять же, и как-то разгрузить эту сторону, да, мы построим лестницу, друзья, отсюда, вот сюда. Потому что, знаете, как зомби, когда туда не будут прибегать, они сразу пойдут на лестницу, да, и не пропускай мимо эти все мясорубки, и тем самым дать нам шанс пострелять по кому-то, да, по крайней мере. Вот, и нам будет интереснее, и будет смысл какой-то тоже от них еще, от этой лестницы. И плюс еще мы, как говорится, разгрузим нижнюю часть. Для этого нам нужно, вот я уже как уже подготовил, так все, у меня уже все есть, блоки есть, цемент у нас есть, ган у нас есть, все есть. Нам надо будет сразу делаем блоки. Делаем мы блоки недалеко, вот так, где у нас там, подожди, надо как раз к лестнице ставить, вот сюда. Да, тут будет как-то, знаешь, как-то не эстетично выглядеть, но нам это и не важно, потому что зомбари, они будут сразу бежать сюда, они будут прыгать вниз, зомби сюда не побегут, да, чтобы что-то сделать там, да. Только единственное то, что надеюсь, что они не попрыгнут, не будут прыгать сюда, да, вот, типа, и пытаться удалить. Но все равно я думаю, что не должны, по идее. Итак, нам надо сделать в 5 в ширину. Это да, в 5, я думаю, раз, два, три, ну, три, три, четыре. По идее, не должно падать еще. 5. Ну и чтобы дабы укрепить это все дело, надо поставить вот такую вот тему еще. Так, надеюсь, мы здесь можем засунуть его, да? Да, есть. Отлично. Это мы сейчас просто, чтобы сравнять землю. Чтобы она так более как гармонично выглядела, да? Так, ну так у нас здесь все окей, 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 хорошо. Следующее, что нам надо сделать, друзья, нам надо сейчас построить. Так, да, как там было, подожди, сейчас, так, секундочку, так, раз. Да, давай посмотрим, так, один, или сразу мы будем ставить склон. Нет, сразу лестницу не буду ставить. Мы поставим раз, да, одну. И сразу же идем сюда. Меняем вот на такое. Угловая арматура. И так, получается у нас копировать, не-не-не-не-не-не-не-не, под прямым углом, вот так, а сюда уже будем ставить, друзья, лестницу, да, вот так, надо лестницу ставить сюда, у нас получается не под прямым углом, так, сейчас, секунду, ой-ой-ой, так, подожди, секунду, что-то тут пошло не по плану, короче, так, сюда ставим мы опять же, а лестницу я не могу сейчас поставить, нам надо... Да, нам надо лестницу... Бля. Нам надо лестницу сделать с бетона. Так, сейчас быстренько, друзья, это сделаем и вернемся. Итак, мы сделаем вот такие блоки из мокрого бетона. Нам надо сколько сделаем? Давайте 40, да? Давай 40 мы сделаем. Сколько это будет делать? 4 минуты. 4 минуты, серьезно? Это довольно-таки долго. Ну и нам надо будет здесь еще, нам будет 40 сделать еще. Давайте еще здесь 40, чтобы заранее. Да, по идее, должно хватить. Кажется, там 36 что-то вроде такого блока надо было делать. Не помню точно. Вот. Ладненько. Окей. Как так? Короче, сейчас. Сколько там? 4 минут получается, да? Да, 4 минуты 20 секунд. Окей. Итак, друзья, 80 блоков мы сделали. Побежали. Делать далее. Так, я тут вырубил электричество, тестил электричество. Так, короче, что нам надо было сделать? Нам надо убрать. Мы еще, значит, сделаем один
нормальный копи-шейд. И отсюда уже мы начинаем строить вот такую вот тему, друзья. Мы делаем вот так. Ставим вот такую тему. И вот так. И по идее, я уже накосячил. Я должен был здесь поставить лестницу. Это надо убрать. Ну, окей. Надо лестницу поставить сюда было. Ой, так, подожди, так, это вот так. Вот так, 8-8, так. Зажимаем R-очку, вызываем лесенку. Вот такую лесенку, вот. Сейчас главное только найти позицию правильную. Вот так. Потом мы ставим сюда вот такую тему. Лесенку. Опять такую тему. Видите, он даже автоматом сразу остается. Даже что-то слишком много я, походу, взял, блин, да? Вот это. Лесенка. Так, здесь надо иначе, друзья, сделать, чтобы укрепить позицию. Я думаю, что надо поставить простой блок. Вот сюда надо поставить простой блок. Вот так. Чтобы мало ли что, потому что довольно-таки нестабильная поверхность, походу, получится. Если мы, например, останется, и будет очень большой промежуток между основанием и лестницей, короче, получается так, да? Вот так. Значит, сюда мы что ставим? Мы сюда ставим, опять же, лесенку. Так, сюда мы ставим, да даже... Ну, тут уже тоже надо уже ставить блок, надо ставить простой. Нас уже так поставили. Ну, и здесь лесенку. Вот так. Я могу сюда еще глубже поставить? Не, ну, по идее, должно уже быть нормально. Должны забежать и все без всяких проблем. Был бы какой-то зомбарь, был, проверили бы. Окей. Дальше. Видите, у нас получается все косинка получается очень. Вот так. Вот, шикарно. Вот. Отлично. Они так забегут сюда. Вот. Оба, побежали. Здесь завернули. И побежали сюда дальше. И тут получили пиздюли от наших дротиков, да? Ну и сейчас выполняем такую же самую тему с этой стороны, да, что нам надо 5 блоков. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и раз, два, три, четыре. Ну, пять. Опять же, выравниваем землю. Вы тоже прекрасно знаете, как надо делать, да? Только по кубиками делаем, да, все. Так, забираем обратно. Так, вот. Дальше, значит, что мы настраиваем сейчас? Ставим, мы идем сюда, куда мы пошли. Ставим лесенку. Сюда мы, значит, так, выбираем вот такую вот. Не, не, не то, 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 не то. Ставим, вот, выбираем вот такую тему и... По горизонту, под прямым углом, да, получается, да? Под прямым углом? Да, под прямым углом. И продолжаем лесенками, друзья. Лесенка. Треугольник. Лесенка. Треугольник. Лесенка. Так, тут у нас получается треугольник. Да, тут уже у нас лесенка. Ну и все. И усо, тут будет у нас блоки идти. Меняем блоки. Сюда. Такой нам нужен. Раз. А так, подожди. Что за лажа? А, ну все правильно. Я думаю, что за хуйня, почему получается? Почему так как-то очень интересно получается? Ну все. Или тут три. Блин, тут два блока. Ну и тут два блока. А нихера, смотри, друзья. Я чуть поменьше сделал. Значит, мы чуть переделаем это. Ну не эту, а ту. Так как нам не понадобится. Столько много, это такая мощная опора, а я хочу, чтобы это выглядело более как-то нормально. Ну, здесь мы должны просто
без проблем забраться, так мы сами забираемся без проблем, то и зомбарь должен забраться без проблем. Так, сюда мы можем сюда забубенить. Смотри, что мы сюда можем забубенить. По идее, у нас должно быть все нормально, и они это не должны воспринимать как блок. Но это нам поможет в будущем. Просто самым так. Это у нас под прямым углом. Даже так нет. Знаешь, как, друзья, так поставим. Да, так, да, и так поставим. Будет нормально. То же самое здесь. А здесь поставил так, как. Так, ой! Вот так поставим. Как тут стоит у нас? Как у нас тут стоит? Нормально. Ну вот так, друзья. Вот и так выглядит. У нас лучше получится, будет улучшенная база в этом плане, потому что, ну, как я уже говорил, что у нас очень много зомбики бегут с этой стороны, да, и дабы экономить путь к нам, они бегут через сюда, да, вот сюда бегут и умирают здесь, да, и нам, получается, надо скучать и даже не тратить патронов, да. Не, идеально, конечно, все хорошо, все суперски, но хочется и пострелять иногда, и вам что-то показать. И вот, те, которые будут падать, как логично, они будут падать, как и обычно падали, и будут пытаться добраться до нас по этим лестницам. Но опять же, тут смотрите, что получается. Эти вот три мясорубки, они беспонтовые. Потому что, вот, например, зомбарь, он пойдет отсюда, да, вот, например, он упал. Вот упал, да, он упал сюда. Он идет сразу прямым наводкой к этой лестнице, потому что нам ближе получается, да, и дистанция куда короче, чтобы добираться до низ, до нас, да. И вот они добираются, и все, и дальше продолжают свое движение, и так по кругу. И вот так по кругу, и все, и так бывает. С одной стороны, конечно, можно и потом это все переделать, и чтобы нам, например, пока не доберутся, здесь они тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мясорубок, пока не пройдут, они просто сдохнут, да. А так, чтобы у нас был больше какой-то экшончик, мы можем сделать вот такую фишку, ну да, и плюс еще это довольно-таки будет мобильно и быстро происходить все. Так, давайте да уже улучшать далее тут по поводу этого все дела, потому что, видите, у нас высыхает уже наш мокрый бетон, превратим его в нормальный бетон уже, чтобы он уже был как полагается. Это уже у нас сохнет, вот. Какого-то тут мы уже поставили, но он будет такой, он будет весь, он как, ну, нормальный бетон, по идее, должен быть. Вот, такие делишки, друзья. Ну, а следующий, друзья, у нас, получается, мы пойдем, как уже говорил, по вторым квестам. Второй квестовой цепочке, так сказать, да. Ну, это уже будет на следующий день, чтобы утренником зайти, чтобы это все выполнить в один день. Так что дождемся 52-го дня. Я пока тут позанимаюсь делами, пойду покопаю, как обычно, металл, там, камни и так далее, и тому подобное. Потому что сейчас ехать куда-то смысла нету, и тем паче сейчас уже 2 часа дня почти что. Ну, пока я туда долечу, и там, наверное, будет, наверное, до станции довольно-таки большие, и это надо будет подготовиться тоже, опять же, взять с собой дробаш, скорее всего, надо брать, и, ну, или пулемет, либо даже, в конце концов, можем взять акустика, акустик можем взять, да, у нас есть акустик 5 уровня, и патроны к нему, потому что у нас достаточно много патронов, то, чтобы в дальнейшем мы будем планировать только заниматься крафтом патрон, как говорится, для акустика, для снайперки, винтовки, для М60, да, 7.76 получается, для, да, 76, какие там получается у нас, да, я уже забыл, какие-то, какой калибр он был. У нас какой калибр, тут даже не, а, 7.62, ну да, 7.62 для акустика. Вот, и бронебойный будем стараться делать, чтобы урон был довольно-таки мощный, так как у нас, как говорил, уже прокачаны перки на проникающий выстрел с бронебойными патронами, да, вот. Оружие ставим к тому, чтобы пробить бронебойными патронами дополнительную цель или блок. Прочность до 500 очков жизни. Ну, как вы понимаете, то, что только бронебойными этот перк работает, а не простыми патронами. Так что мы можем простые патроны просто сливать к нахер. И отличие в этом только в порохе. Ни в чем ином, как только в порохе. Больше чуть по пороху на 2 единицы надо делать, если я не ошибаюсь. Сейчас даже взглянем, посмотрим, сколько у нас получается надо на... Да, 5 единиц. Атака у нас простая, сколько стоит? Простой акустик, патрон акустика стоит 3, да? Ну да, говорил, 2 единицы пороха. О, кстати, у нас тут какие-то 200 патронов сделано. А, ну да, я готовился к рейду. Ну, типа не к рейду, а к этому. К вторым квестам. Вот. Да, ну да, я думаю, может, атаки пойдем посмотрим, потому что у нас тут бронебойные есть, так что все нормально. Патроны есть, это, конечно, у нас вот, опять же, я нафармил малесь, потом еще нафармим. Тут вот 6 тысяч, здесь еще 6 тысяч. Но больше мне сейчас нужна латунь,
Ну вот, латунь у нас 2600, свинец 4000, да, немного, ну и немало. Вот, так что, друзья, сейчас пойдем к продавцу и будем брать второй. Ну не сейчас, а как на следующий, на 52-й день пойдем и возьмем, начнем проходить квест для от продавца. Итак, друзья, 6 часов. Начинаем цепочку квестов. Есть какая-нибудь ободенка вторую. Очистить. Ёпта, так далеко. Ладно, идем, начнем с самого дальнего и пойдем. Бизнес олд. Уничтожьте зомби, верните груз. Окей. А, я еще должен еще принять. Я думал, знаешь, все забрать всех этим, как его, квестики. И будет все шикарно. Так, друзья. Как, короче, 1,4 километра. Я как прибуду к тому месту назначения, подключу все, чтобы время не тратить зря. И не проскакивать, что 1,5 километра лететь довольно-таки далеко. Так что скоро подключимся. Итак, мы прилетели. Ну и смотрим, короче, погнали смотреть, что тут происходит вообще. Принять зачистка. Ага, дверь закрылась, значит, так, окей. Серьезно? Ляж уже, успокойся. Ты тоже ляж, успокойся, тварь. Окей. Нам надо зачистить, да, это все дело? Кто-то идет здесь. А, как это так, блядь? Ладно, смотрим, что здесь у нас происходит. Бинтик нам надо. Так, где наш вообще? Так, все сдохли. Мусор нужно не трогать, давай полутаем пока. Значит, надо еще квест найти, где-то наш квест. О, этот пригодится нам. Так, а где наш на втором этаже? Так, надо сейчас где-то так 18 метров до. Должен здесь быть, да? А где? И что мне тебе предлагаете сделать блок? Значит, так. Это убираем, это ставим. Но это не то, да? Это у меня какая-то парашная тема. Окей, а где тогда наш лутецкий? Это здесь, что ли? Где-то здесь. Ага, вот вижу.
Вот он. Есть. Еще осталось надо что зачистить? Очистить область. Еще осталось зомбари какие-то назвалить. Вопрос, где они только? Так, сколько их осталось? Один наверху. Серьезно? Я походу застрял. Благо у нас есть вот такая вот тема. Вау. Вау. Чё за? Да, да ты что ж ты будешь делать? Я ж по идее должен как-то залезть сюда. Да, пацаны. Все померли. Все умерли, да? Все умерли. Молодцы. Верните к торговцу. Обязательно вернем. Сейчас только залутаем все. Ну, так себе. Надо самолет. Вертолет, самолет, блин. А где у нас вертолет? Самолет. О, это надо прочитать. Это. Так, ну что ж, друзья. Я как обычно. Подключимся. Воу-в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 оу. Как обычно, как только вернемся к подравцу, подключимся. Ну что ж, друзья, приближаемся к базе. Вот у нас как база выглядит с плечо полета, да? Вот такая вот красавица. Довольно-таки объемный проектик у нас, друзья, был построен. Так, ладно, поехали. Сейчас будем приземляться. Вот сейчас. Ой-ой-ой, уже перебор слишком. Я помню, когда только первый начинал обучаться летать на нем, это было вообще писец. Забираем. Ну и что, посмотрим, что там нам предложат. Может быть, нам было Магну взять с собой, но не знаю. Посмотрим, что нам предложит нам. 5000 фишки. Так, что у нас здесь? Том искатель. Так, вы должны быть больше медикаментов добыть. Слишком много раны, так, не хватает бинтов, медикаменты. Так, ясно, будем брать сразу эти книжки, потому что у меня ничего по книжкам нету. Ой, я еще могу что-то сделать? Я какое-то задание еще-то выпал, что ли? Так, это модификация. Что это? 140 сокровища? Если так, нет, не, ну вот такой мы возьмем. Или вот это. Не, вот это, давай, создать это, наверное, вот сюда, да, вот так. 505 или еще заберем такое. Так, значит, что мы еще можем с ней сделать? Так, короче, так, есть работенка. Уровень... Что? Один? Принести закопать? Принести очистить. Или давайте, может быть, в Восток принести и очистить закопанные припасы. Лопата. У нас не надо лопата, у нас все нормально. Есть что-нибудь интересненькое? Ага. Надо брать. У нас такого точно нету. Армейские поножи нам нахер не сдались. Это тоже нам не сдалось вообще ни на чем. Генеходника.
грифом на 10% больше. Такого тоже у меня нету. Ладно, это продадим, это продадим, это продадим, это продадим, это мне продается. Модификации продадим. Латунь разберем. Так, это. Что тут еще можно такое продать? Ну, ладно. Так. Опа! У нас открылся. Что-то открылось. Какой-то мы собрали полный комплект. 7 из 7, да? Да. Руководство по автоматическому оружию, друзья. Каждое убийство до 20 секунд повышает скорость бега на 20%. Отлично. Замечательно. Что нам еще надо? Бой. Ой, тут еще очень много чего. Что следующее у нас близко? Великое ограбление. Нам нужен 3-й и 1-й тон. Альманах. Нужен нам какой? 3-й, 4-й, 5-й. Ну и сокровище пустошь. Нужен 1-й и 3-й. Ладно, поехали, короче. Так, что у нас получит? Так, 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 секунду. Это надо выбросить. Тоже выбросить. Так, сколько мы дюков заработали? Подожди, где? 2350, окей, хорошо. Это можно разобрать. Это разобрать. Вот так. И... О, тут еще можно продать, кстати. Алис, это, конечно, не покупает такие. Не, они такие не покупают. Выбросить. Так, это выпьем. Это скушаем. Так, это разобрать. Это выбросить. Так, хорошо. Ладно. Ну что, поехали искать сокровища, да? Где, как далеко? Сокровища недалеко. Где сокровища? Ну вот, рядом, рядышком. Так что давайте даже туда... Даже просто пробежимся, да, туда? Или нет? Ну, блин, довольно-таки долго придется бежать. Так, ясно, ладно. Как, бежим, подключимся. Ну что же, где-то у нас здесь должно быть это все. Да, вот мигает. О, дырка. Где-то должен быть здесь рядом. Так, никого не вижу. Где они находятся вообще эти сокровища? Вот и пиздец. Раскопал уже все. Бензин нету, ебаный в рот. Короче, друзья, извиняюсь, что у нас-то получилось. Я урезал эту шнягу по поводу того, что, блин, у нас посторонние звуки были за кадром. Я, короче, здесь докопался, вот, закупанные припасы. Там все, мы все забрали уже, все, убили зомбарей. Ну, так что тут ничего другого не было, просто там у нас, что там у нас было, у нас в этом было, вот, маска и White Rivers, да, все это остальное. Так, ладно, короче, поехали за базу, сейчас все сделаем там и возьмем следующий квестик. Итак, смотрим, что нам дают за наш. Так, выбираем 2000 фишки, обрез контактный. Он, конечно, берем гранаты. Отлично. Есть какая-нибудь работка? Ваш инвентарь, надо продать что-нибудь. Может, что-нибудь еще такое новое нам дадут? Ну, навряд ли. Ладно, продадим это. Что еще можно продать? Но остальное тут у нас более-менее нормально, нужно. Нам надо было бы бензин. Ну, сейчас мы забежим до базы. Стальной топор. Не, ну, какую-то стальную лопату еще было бы. Тогда еще можно было что-нибудь поделать. Модификации, ничего не наковал. Нет, бинт, тут ничего нету. Пластины. Надо будет куда-то потом пластины прибомбить еще. Потому что, ну, так. Вол, например, есть какие-то. Вол нету. С хематикс. Тоже нету. Конкрет. Бетон. Бетон, блин, как долго ты хочешь? 4000 в баню. Так, не хочу это. Буллет. Буллет. Гильзы для патрон. Это нам возьмем. Они стоят копейки и нам сэкономят место. Это заберем тоже. Так, короче. Сейчас нам надо...
квест взять еще? Есть какая-нибудь работа? Вау! У нас, друзья, тир 3. А как это, подожди? Ну ладно, еще тогда второй возьмем. Army Camp, достань товар и верните его на мне. Он уже, почему третий уже пошел? Я только испел, он сколько, 3 задания выполнил? Или 4? Может то, что я еще какое-то взял побочное задание перед этим, тоже как-то работает. Ладно, короче, нам надо на базу слетать. Надо взять, короче, я хочу попробовать, может быть, с магмом будет как-то получше это все происходить. Короче, посмотрим. Потому что я не понял, какое было вознаграждение за то, что мы... Типа, закончили вторую цепочку, начали с третью. Гранат только мне дали за это. Что-то как-то вообще очень печально. Ну ладно. Сейчас пойдем наберем... Нам нужен бензин, потому что я там копал, блин, топором в конце концов копал, чтобы выкопать эти, как его, сокровища, которые нам нужно было достать. Так. Так, медленненько, медленненько, медленненько. Снижаем скорость. Делаем вот так. Отлично. Сейчас мы заодно возьмем, сейчас выложим то, что нам не нужно. Тихо, спокойно. Такс. Нам не нужно, ой. Нам не нужно вот это. Это, вот это. Так, остальное, что нам надо сюда пройти? Сюда поставить вот такую вещку. Так, и так. Это нам пригодится. Сюда надо все разрулить. Тут еще ничего можно выбросить. Ну, не то, что выбросить, а дополнить. Вау, нет. Вот так должно быть. Окей. А сюда мы идем вот так. Вот так, вот так, отлично. Это можно будет потом продать. Так, хлеб, хлеб у нас сюда идет, а? Окей, так. Деталь руля у нас пойдет сюда. Ну, я как-то удивился, что так быстро. Подожди, блин, я же, кажется, прошел, блин, сколько прошел заданий? Я сейчас не уверен. Просто сколько у него было. Ладно, мы, короче, возьмем магнум. Патроны есть, есть, так, хорошо. Посмотрим, как это будет. Так, что нам надо найти сейчас? Кстати, бензин. Бензин. Мало ли там, что у нас еще будет. Нужно будет привезти. Так, у нас бензин вот здесь. Окей. Это может тоже зарядить. Даже не с такими, а вот. Вот такими. Это закрываем. Ну, закрывайся. И как далеко? 900 метров, ёшки-матрёшки. Десять метров в ту сторону, да? Да. Ну. Полетели. Так, приближаемся мы к базе какой-то. Где-то должна быть здесь... Ага, вот это, наверное, здесь база, да? Здесь будут мины, походу, да? И все такое прочее. Да. Так, забираем. Где квест? Где вход? Вау! Чуть-чуть не, блядь, не залетел на мину. А где вход? Где я могу запустить задание? Надо центральный вход найти. Не хочу умереть на мине. Где квест? Алло? Я не понимаю. Набрать это оружие, ёпта, это мне кажется. А, вот же.
Вот таки, оказывается, был вход, а? Гора мусора. Ну, давай, забираем. Так, сколько здесь у нас этих духов? Ну, явно будет дохерища, походу, чувствую. Так. Окей, сдох. Йозу, сука! Ёбаный карась. А где мои лекарства? Мать. Так, мне надо разобрать панчо на тряпки. Это какой? Твою мать, как я так лоханулся? О, здравствуй. Зато, походу, я всех зомбарей убил, да, тут? Всех нахуй вызвал, кого только не нужно. Осталось мне такое принести припасы. Мне кажется, еще кто-то остался жив. Чукот побежал. Йо. Дроп. Где ты? А, вот он. Ну. Боже ты мой, все, вернуться к торговцу. Ну ты, блин, писец какой был. Ладно, тут мы уже полазили, тут уже, походу, нету, ничего не чинали, да? Тут уже все вылезали. Зато ты можешь сюда залезть, посмотри, что здесь, может, что-то няшника есть. Ну вот, я ждёшь, что здесь что-то няшника есть. А так бы ушел бы. Так. Так, можно что-то скушать здесь? Или мне тут ничего кушать? Ах вы додики, додики. Так, ладно, это убираем, так, у нас, нам нужна хилка, блядь, ничего нету. Так, а здесь у нас получается что, там ничего нет, да? Ладно, берем самолет и... О, вертолет. Да ёпты. Ёпты. Так, самолет мне нужно, это убираем, это заставляем сюда, так. Ну, вот так, вот так. Да серьезно, ё-моё. Суки издевается надо мной, просто не могу. Так, хорошо, полетели, короче. Ну что ж, друзья, подлетаем к нашему месту назначения. Сейчас посмотрим, что нам дадут Кусникова. Заряжаем, заряжаем, приземляемся, приземляемся. Убираем скорости. Сейчас должен вообще шикарно приземлиться. Отлично, просто лайка про, ёпты. Ладно, погнали. Магнум берем. Я не знаю, это вообще повлияет на это дело или нет. Так, так. Предмет 5506 железный. Так, у меня рецептик вот на такие вот вещи. Загадочные болты. Завершить арбалет. Так,
528. Окей, мы отметим, что у вас есть, мадам. Я хочу продать вам что-то вкусненькое. Вот это, например, вот такое хочу продать вам. Не нужно мне. Что еще нам не нужно? Вот это не нужно. Что еще тут можно продать? Вот это не нужно мне. Это тоже не нужно мне. Продадим все говно, что нам не нужно. А что у вас может быть, да, мадам, есть хорошего? Ничего у вас нет. Алиса, например, я меняю, поменяю вот это. И посмотрим, что сейчас предложишь нам. Походу, ничего не поменялось. А я что-то видел, что такие так вроде бы что-то меняется, но я как-то, блядь, не вижу этого дела. Ну да ладно. Окей, ладно. Берем, значит, на опыт. Возьмем туда на опыт. Окей, ладно, так. Есть какая-нибудь работенка? У нас какой-то вот еще даже один какой-то северо-восток остался, и останавливается третий уровень квестов. Так, 295 метров. Короче, пиши кадралом, добежим. У нас есть бензин. 250 метров. Так около моей базы, походу, получается, да? Ну, побежали. Только сейчас надо еще... Так, а кстати, нам надо надеть вот это. Эти очки, чтобы... Увеличился на один, на глубину 3 метра, так что на один кубик, что там получается, как там, так интересно. Найти закопанные припасы. Ну да, это около моей базы, похоже, что-то получается. Ой, я что-то заметил, так, стамина кончилась. 48 метров. Это совсем где-то рядом. Двадцать метров. Серьезно? Это что такое было? Как я получил звездюлей? От чего? Вау. Лол. Так, надо, конечно, друзья, на базу сбегать. Надо сбегать на базу и пофиксить себя. А то что-то мы тут сдохнем таким образом. Ну нахер. У нас 36 хп осталось. А то что-то на меня упало, так и не понял. Пиздец. Пиздец. Ну, ну пошли на базу. Охереть, вообще. Я в шоке. Так, ребятки, так, извините за минуту молчания, просто тут
происходит какой-то хаос. Я могу, хочу, не могу даже снять видео нормально, потому что мне тут все время постоянно кто-то требошит. Так уже получилось видео, блин, надо обрезать, вырезать, разрезать все, что возможно, чтобы, блин, это все избавиться, чтобы материал не потерять. Не могу, мне бесит такая вот фигня. Когда ты дома не можешь ничего по-нормально поделать с этим вирусом, блин, целая куча детей. И здесь все бегают, все, блин, летают. И еще, блин, где-то мне тут закинули, блядь, непонятное место, где мне искать нахрен лут. Запечатанный грузовой. Вау, 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 вау. Композитный арбалет, это круто, это круто. Так, и где это у нас получается? Вот это все рядом. Быть рядом. Это как понимать? Блять, ну. Давай, давай, ломись, 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 дружище, ломись. До свидания, нахуй. Хули ты тут вообще выпендриваешься? Не понимаю, где это сраное сокровище? Это что ли? Закопанный тайник. Отлично. Давай, пацаны, иди сюда, по одному походите, твари. Кто еще? Где вы там? До свидания. А ты чё долбишься в стенку, ёпты, дура. Сдохла? Сдохла. Ну что, побежали обратно? Вроде всех завалили уже. Вставать квест. Я не понимаю, почему даже первый уровень не должен был первый уровень, потому что появляется уже третий, а то мне надо еще и первый, блядь. Как-то вообще странно, очень, очень странно. Как я мог добраться до второго, если у меня еще остались первые квесты? Не знаю, это как-то очень интересно, я не знаю, чем это связано. Вот. Ну, ну есть так, есть, ну черт с ним, сейчас выполним. А что мы, кстати, получили там? Бурбон, рецепт. Я не знаю, умел, не умел его готовить. Так, это вот этот компонентный лук, это очень хорошая штука. Жаль, что только первого уровня. А если бы, может быть, я делал очки, было бы как-то иначе. Ну да ладно. Че уж, подняк тоже метаться. Что есть, то есть. Так, сколько у нас времени? 14 часов 15 минут. Угу. Значит, друзья, мы делаем так и ставим вот такие патроши, так как нам, может быть, пойдем заглянем третьего квеста, сделаем один квестик, посмотрим, какая там будет награда. Ну, чисто такую легенькую, там где-то вот там что-то закопать, раскопать. Потому что, ну, с таким оружием и там убивать кого-то, защищать как-то очень обломно. Так, берем магнум. Не знаю. Опять же, железная лопата, бинты, первая помощь, зажигательные боеприпасы, медикаменты. Ну, завершить это берем такие. Так, есть какая-нибудь работенка. Ну и вот начинается третий уровень. Принести, очистить, принести, очистить. Может быть, один возьмем, вот такой 500 метров. Старый дом. Так, есть еще что продать, купить. У меня ничего нету, так, значит, мы давайте продадим вот это. Продадим что-нибудь еще. Это вам не надо, да? Ну ясно. А этого надо. До них даже что продать, этого что продать даже. Ладно, ладно, окей. Окей. Давай сейчас скушаем что-нибудь. Это вот это такой вот. Royal соус. Так, сколько он наносит урона? Это 51. Это 30. Ну да, потому что первый уровень был бы, конечно, блядь,
Совсем другой. Ну, единственное, там другой уровень идет, поэтому. Так, сколько? 500 метров. Где самолет? Вертолет. Угу, взлетели. Так, там хоть и старый дом должно быть, надо быть зарейдено, да? Ну, давай, поехали. Главное, чтобы какие-то большие эти строения не послали, значит, чтобы нам, блин, не получить по шапке. Триста тридцать метров. Нет, это будет это второе высокое здание. А, чистить область и вернуть припасы. Окей. Нет, дайте маленький дом. Не хочу его такой огромный рейдить. Потому что будет, блядь, столько времени надо будет потратить на это все дело. Вау. Где-то здесь все-таки. Ну, excuse me, забирай его уже, ептать. И где этот квест? Вы видите, друзья, там говорит. Опа. Да ты что же издеваешься надо мной? Да писец. Да писец. Да хоры мазать уже, ёпты. Ладно, забей. Так. Где у нас вход? Все, что двигатель работает. Наконец-то, блядь, сдох эта тварь. Надо мясо с него собрать. Так, это забираем, это забираем, вот так, это забираем, так, все, вот так. Окей, где это квест у нас получается? Здесь квест, да? Да. Ой, бля, вот это писец, тут будет такой писец, это кажется очень плохой. А, у нас нету, даже инструментов с собой не взяли. Уровень 3, принести зачистить, давай посмотрим, что у нас тут. Так, тут свинки есть. Еще один свинка. Еще один свинка. Еще один. Что тут, блядь, тут нашествие свинок? Ну хоть ты что-то напал на меня, тварь. Ты чё, охерел вообще? Ты, может, мне или меня надо свиней убивать? Чё, должен свиней убить, что ли, я не понимаю? Да ты... Я должен свинок убивать, походу. Ты круто вообще, бля. Свинка. Тут еще одна свинка. Вот так.
Все вообще какой-то. Да, походу свинок я должен буду здесь валить. Ну, неплохо. Мясо хоть приобрели. Так, вставай. Это что такое было? Блять, я не понимаю, как тут что-то взрывается, блядь, что-то подрывается подо мной. Без понятия. Так, свинки. Не знаю, но я их режу, блядь. Надо, не надо, без понятия. Ну. На нахуй, забей. Окей. Ладно, идем дальше. Свинка, сорян. Мне, походу, не зомби не набить, а сейчас свинок надо бить, да? Офигенно вообще, бомба. Заперто. Так, тут должен быть это лютецкий. Excuse me, sir. Можете как-то вот здесь сюда? Не могу, да? Текс. О, тут мне тоже ничего нет. А где сумка? Та сумка где-то здесь, да? Не, ну, блин, на первом этаже. Он где-то здесь, да? Там какой-то тайник, не? Да. Здесь, походу, да, все это находится интересненькое, вкусненькое и нам полезное. Так, разобрать. Выбросить. Цемент пусть остается, это остается, так, это выбросить. Можно тоже выбросить, тоже можно выбросить, не нужно. Бумагу тоже можно выбросить. Это тоже можно выбросить. Окей. Где-то здесь должен быть лутецкий. Вау. Супер кукуруза. О, здравствуй. Ебать, хедшот сразу. Еще теплица, ебаный красавец. Супер кукуруза. Мы сделаем семена и посадим супер кукурузу. Вообще бомба. Отлично.
сейчас найти надо, где они находятся. What the heck? Такие вещи нельзя пропускать, друзья. И вот же наш контейнер, который нам нужен. Если что-то тут, что у нас здесь такое? Я понял, что он здесь. У нас тут дробленый песок. Вау. Это что, я куда-то забрался на? Что это за место? What the hell? Не, ну то туда будет сюда прилезть, полезть, полазить, что здесь вообще происходит? Что это за место? Это я обязательно сюда прилезу. Приплыву. Подойду. Там что-то какое-то это стоит. Лутецкий. Ну, так себе. Ну, значит, там еще. Ну, кто-то сейчас не полез, потому что надо создать квестик нам, да? Ну, тут обязательно надо отметить территорию. Где тут дверь заходить? Где тут была дверь? Вот дверь. Сюда. Меточку. Не знаю, тут как-то так поставить. Бункер напишем. Окей, пошли сдавать квест. А, не, осталось очистить область. А, я еще не очистил область, оказывается, да? Серьезно, мне надо еще вниз идти, ёпта. Я так не хочу туда идти. Так, кости надо собрать тогда. Сейчас, друзья, соберу. Друзья, вот... Короче, тут была очень такая большая свинья, которую мы завалили. Такая радиоактивная, ёпта. Я даже забыл, блядь, включить видео. Тут, короче, огромная такая свинья бегала. Просто такой бешеный пес, нога. Может, туда... я сюда смогу как-то залезть? Я говорю, что надо очистить область. Я никого не нашел здесь больше. Вау. Что выбросить надо? Так, окей. Разобрать. Выбросить. Это что? Это железный топор. А, это железный топор. Ладно, окей. Оставим, пусть будет. Ой, сумка.
Ну. Боже. А что ты не зачистил? Где я не зачистил? Так, значит, окей. Нашли мы второй секрет, где находится всякая разная нечисть. Ну очистил, ты уже всех убил, на кого тут еще очищать? Никого нет, друзья, как найду, подключусь. Так, оказывается, друзья, они где-то здесь и находятся. Ну, пока я нашел парочку. Ищем дальше. Текс. А, эти свиньи надо выйти. Ну, сорян. Хуюши, бля. Сырое мясо? Чё, ты чё не взял сырое мясо? Да, кобальт это нахуй выбросим. Это тоже можно выбросить. Мясо нам надо, пусть будет. Угу. Я понял. Сорян. Так, ладно, ну как-то куда-то добраться, еще как туда добраться. Как? Вот так. Нет, так мне не пойдет. Вот как. Валя. А где все остальные зомбари, ептать? Чё за хуйня? Очистить область, ну мы уже очистили область, ну сколько можно? Значит, надо оставаться внутри, да? Угу. Без понятия. Нет, никого больше не вижу, на. Ну что за хуйня? Короче, меня развели, походу. Нашли, нашли, друзья, нашли мы уёбков. Еще должен здесь еще быть. Ты сколько вот здесь зомбарей? Вот это не раздражает это. Пацаны, есть тут дома? Ну что так наглым образом тут уже все, блин, пытаюсь блин, скомпрометировать, чтобы на меня атаковали меня. Никого нету. Вятшая кукуруза. Слышу. Пацаны, я здесь. Все, наконец-то. Замечательно. Где наш самолет? Отлично. Все нормально. Все, полетели обратно, друзья.
На базу. И как раз уже сколько времени? 6-7 часов вечера. Замечательно. Ну что ж, подлетаем. Подлетаем. Посмотрим, что нам дадут за третий квест, потому что они еще не выполняли его, конечно. Посмотрим, может там что-то няшное будет. Вообще бомба. Ладно, погнали. Магнум, магнум, магнум. Посмотрим, что нам предложат за наш третий квест. Итак, 6700 опыта, 1800... Вау! Нормальный стальной топор третьего уровня. У нас четвертый, ну мы берем книжку, да? Или что мы берем? Подожди, мне что надо? Есть что у вас? Есть что-нибудь купить? Что-то купить надо. Что-то купить. Продать, купить. Можно что продать тебе? Ну, могу тебе это продать. Но здесь снайперская винтовка там. Топор нам нужен. Железный топор. Это у нас что? Железный топор. Железный топор. А почему не стальной? Так, подожди. А с какого модифицировать? А что еще можно только продать? Лопату такую можно продать им. Ничего, что можно пофиксить. А на это можно пофиксить, пусть он... Ну или вот это пофиксим лучше. Мы с ним, мы его используем. Итак. Well Боже ты мой. Стальной пожарный топор. Вот что надо, мне надо вот это, надо, мне надо вот это. Или снайперский том 3. Так, снайпер, подожди, сейчас проверим, у нас есть третий том вообще. Снайперство, третий том. Нет, берем, значит. Текс. Изучаем, это мы тебе продадим. Может, у нас сидим инвентарь, это продать. Это продать. Гранаты оставим, это мы оставим, это оставим, это оставим. У нас стальной топор, ой, железный топор, пятого уровня. Ну окей, нормально, пойдет. Так. Окей, может еще, может что-то продать, можешь, подожди. Есть какая-нибудь работенка. Принести, очистить, это потом мы возьмем. Не, потом не возьмем, мы, короче, сейчас посмотрим, поговорим с ней. Есть еще инвентаря. Ну явно, что-то ничего не будет, ладно. Закроем тебя. Возвращаемся на базу. Да, очень много времени потратили, целый день потратили на эти три задания, четыре, может быть. Непонятно, с какого хера пришел первый уровень и с какого хера у нас так быстро наступил третий уровень. Ну да ладно, ничего. Ски не бывает. Окей, окей. Ладно, замечаем, занижаемся. Ой, занижаемся. Спускаемся вниз. Like a pro. Да, так, заполним его сразу заново, чтобы... 980 убрали, это забрали. Ой, все, идем вниз. Это сюда, вот так, вот так. Я не знаю, почему я не сделал стальной топор, почему я не сделал стальной топор. Итак, что же у нас по общей сложности получается? Мы подняли около 10 тысяч монеток, плюс того, что мы продавали, да, плюс еще всякой разной всячины набрали, подняли довольно-таки много опыта. Мне довольно-таки выгодная эта система, друзья. Проходите квесты, не стесняйтесь, тем паче это обновление лута, обновление всех зомбарей, да, это опыт, дополнительный опыт.
и так далее, и тому подобное. Так что, друзья, если есть какие-то советики, не знаю, подсказочки, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте под комментариями. Уже будем, в дальнейшем уже буду проходить третий тир, но не знаю, может быть, на видео сниму, не сниму, ну, видите, награды какие идут, в общем, плюс-минус одно и то же, вот, только разные. Ну, посмотрим, может быть, даже будем снимать дальше проходение третьих квестов, вот, чисто отдельное видео сделаем на то, что вот, и, ну, и будем ожидать следующую волну уже, и будем понемногу дальше снимать Seven Days to Die. И так что, друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на каналчик, нажмите на колокольчик. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Всего доброго и пока-пока.